нельзя собираться, например, 9 мая, в День Победы, я считаю это бредом. То есть, когда протест у Конституционного суда, значит, собираться можно на защиту демократии, против коррупции, за досрочные выборы и так далее. А на День Победы кто-то считает, что нельзя. Значит, я категорически против, поэтому 9 числа, переговорив с некоторыми общественными организациями в Бельцах, которые из года в год в течение последних десятилетий отмечали День Победы, значит, я сказал, что, ребят, значит, пишите уведомление в примарию, в 9:00 мы собираемся на площади в Бельцах перед примарией, и организовано, да, без привлечения школьников, как это делали коридоры, где детки были в военной форме каждый год, то есть детей привлекать из-за эпидемиологической ситуации, я считаю, глупостью, нельзя, но соблюдая социальную дистанцию, в масках, значит, не пройтись маршем в честь Дня Победы, не возложить цветы героям, отдавших свои жизни за освобождение нашего города и нашей страны 9 мая, я считаю преступлением. Мы обязаны пойти, значит, и я призываю всех бельчан, всех гостей нашего города, что, ребята, организованно в 9:00 приходим. Единственная просьба, давайте, я знаю, что есть разные политические формирования, которые участвуют в этих мероприятиях, давайте, пожалуйста, без партийной символики, красиво, с цветами, значит, с георгиевскими лентами, мы возложим, значит, цветы у нашего памятника, значит, освободителям Бельцы и Молдовы, значит, потом мы также можем, маршем мы пройдем организованно, цивилизованно на мемориал Вечность, также память погибшим в этой войне, и мы должны также, естественно, в этот день заботиться о ветеранах. Вы знаете, что из резервного фонда ветераны каждый год получали, значит, от примарии по 10 тысяч лей. Также, значит, ветераны Великой Отечественной войны, те, кто, слава Богу, сегодня живы, здоровы, значит, они получат также еще 10 тысяч лей от меня лично. Я дал поручение наших муниципальных советникам, попросил наших коллег, чтобы они завтра организовали всем ветеранам Великой Отечественной войны, всем приравненным ветеранам, это узники концлагерей, блокадники, то есть у нас в Бельцах осталось 11 ветеранов, один из которых, к сожалению, не является гражданином Молдовы, нет гражданства, но мы этого ветерана каждый год поздравляем из моих личных средств, и мы это делаем каждый год, и будем делать всегда, значит, поэтому, значит, давайте поздравлять ветеранов, но самое главное, ребята, еще раз прошу, значит, в 9:00, когда мы будем собираться на площади перед примарией муниципия был, слава Богу, Бельская площадь самая большая в стране, значит, у нас есть возможность сохранять социальную дистанцию и организованно, цивилизованно пойти на возложение цветов, после этого каждый может поехать, так как у нас родительский день и 9 мая совпадает в этом году, каждый уже может поехать к себе в деревню, там, в город, район, для того, чтобы посетить кладбище и вспомнить усопших, понимаете, поэтому если делать цивилизованно и организованно, то я уверен, что будет все в порядке.